Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 90-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. И в этом уроке я хочу вам показать прикольный виджет, который позволит делиться вашим посетителям с другими посетителями через социальные сети с помощью вот таких вот боксов социальных кнопок. То есть при наведении на социальную кнопку у меня срабатывает анимация и выезжает, например, Twitter. А вот Google, Facebook, есть еще LinkedIn, к сожалению, нету ВКонтакте, так как разработчики данного виджета иностранцы. В виджете гибко можно настроить цвета и так далее. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим, как это все работает. Когда я раскрываю папку Social в библиотеке, у меня есть 4 кнопки. Я покажу, как настраивается одна кнопка. Остальные кнопки вы настроите по аналогии. Например, я вытаскиваю Facebook, профиль URL, первое поле. Здесь ставьте адрес сайта вашего лендинга, так как это лайки, и лайк нужно оставлять на страницу, правильно? То есть пользователь вашего лендинга захотел порекомендовать вас своим друзьям в Facebook, он кликает, соответственно, как-то адрес должен отображаться, поэтому здесь прописывайте адрес вашего лендинга. Дальше идем. Ширина, то есть ширина самого вот этой вот как бы коробки социальной кнопки. Если надо шире, делайте вот здесь шире. Button background color, то есть заливка кнопки. Ну давайте посмотрим, что у нас заливается. Ставлю другой код оттенка и Enter. У нас подгружается виджет. Вы видите, залился желтым цветом именно вот эта вот вся область серая, да? Не сама кнопка, а серая область. Смотрите, вот эти параметры button, top, padding, padding, padding – это отступы. Здесь либо оставляйте как есть, либо просто поиграйтесь, посмотрите, как, где, что отступает. Здесь, в принципе, объяснять нечего. Font size – это размер шрифта, размер текста. Вот, например, Facebook. Смотрите, выставлю 15. Посмотрите, как сейчас увеличится здесь текст Facebook. Стал крупнее. Font color. Это цвет самого текста вот этого Facebook. Давайте сделаем, попробуем черный. Видно, что Facebook стал черный. И font background color, да, это заливка вот этой вот серой кнопки. Давайте тоже попробуем какой-то цвет поставить. Ставлю другой произвольный оттенок и смотрим. Вы видите, кнопочка залилась теперь оранжевого цвета. Я взял просто произвольные цвета, это для демонстрации. Конечно же, здесь они не соответствуют, не подходят. И вот, смотрите, при наведении у нас выезжает кнопочка, и человек может нажать «Мне нравится». Соответственно, таким же образом вы вытаскиваете, например, Google+, также абсолютно те же самые настройки здесь имеются, и так далее. LinkedIn и Twitter. В принципе, здесь больше добавить нечего. Данный виджет вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse, без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный, потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. В
Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто.